Всем привет! Мы продолжаем играть The Beast Inside. Да, да, да. Этот хорророк, который типа со скримерами долбанутыми бывает. Кстати, про скримера. Я, оказывается, не здесь сохранялся, а чуть поназад. Он там за тем окном. И хочу сказать следующее. Типа после... Я даже знал, что здесь скример, но все равно напугался, когда он типа повернулся. Он как-то очень неожиданно появляется. Прям раздражает. Я как будто с ней станцевал сейчас. Типа наклонил такой, знаете, эту станцию. Так, хоп. Так, я, здесь ключ был. Ключ был, я взял его, но что-то я не подумал об этом, потому что не за... Блин, здесь карты нет, точно. А куда отойти? Давайте свет зажигать. А что-то свечка-то потухла, я ее погасил. Я не знаю. Не знаю. А, здесь не пройти. А куда идти-то? А, ну может быть там этот открылся. Проход. Или здесь открыто. О, заебись. Это... Да, это второй этаж. Do not open. Не открывать. Не открывать. Но мы, конечно, это будем делать. Да? Читать. Этот психопат хотел меня укокошить. Я сумел запереть его в одной из комнат. Помоги, Господь, тому, кто рискнет пойти в крыло в комбинацию к замку Энджер Гнев. А. Комбинацию к замку. Комбинация? Это крыло называется? В. Звгер. Стоп. Аж. А что я делаю? Я же все равно не подберу так. О. Лети отсюда, шкафчик дорогой. Как это... Ах. Тяжелая кнопочка это. Хрен нажмешь, когда... А стоп, а здесь... А, то уже два валять из шкафа. Ну, удобно. А где крыло... Комбинация. Комбинейшн крыло. Здесь я не ходил. А... Бля. Ну ты тень, конечно, даешь. Закрыт. Да, окей, сюда не надо. Закрыт. Что-то темно, да? Очень темно. Нихера не видно. О, это он, судья Джон Нортон, бывший партнер моего отца. Такое вообще возможно? Я только что видел преступление десятилетия давности. Я начинаю путаться. Воспоминания и галлюцинации сливаются воедино. Последний раз замечен в 1954 году в Блэкстоне. Уолтон в данный момент проживает в гостинице Блэкстона в комнате номер. Не знаю, зачем это возьму. Попав в судья, его кто-то искал. Уолтер Гилман. Здесь ключ нужен, да? Ну, это стойка с ключами. Возможно, за этой дверью как ключ будет. Что-то шо... Блин, это окно, оно громко больно. Но тут жарко, капец. Еще и душно, потому что, типа, душ был. А, и влажность высокая, душать вообще нечем. Глаза слезятся. Я только проснулся, они еще такие, знаете, сонные. А я хожу, ищу что-то. А эта штука открывалась? Я просто не помню. Я не помню, эта дверь открывалась или нет. Блин, как тут темно и страшно. Психотерапевт. А, психиатр, ну почти. Не терапевт, просто... О, что-то надо, что-то ачивка какая-то. По книгам, да? Как самолетик полетел. Так кто шепчет мне в ухо? Не шепчи, блин, сейчас я тебе пошепчу. Да я свет зажгу. О, так-то лучше. Не пугайте меня. Не надо. Блять! Сука. Ебать, это неожиданно было.
Ебанутая. Сука. Блять, спички, помогите мне, пожалуйста. Откройся, ебаная дверь. Уйди нахуй. Ох. Так сильно у меня еще ничего не... Что это? А, это стул. Бля. Ух аж. Я ж вспотел сразу, резко. Моментально. Ёбаный в рот. Все хорошо. Все нормально. Ебать. Что это было так резко? Что я говорил? О чем я говорил? Что-то не пугайте меня, да? Куда идти-то? В комбинацию надо идти. Я знаю, по-моему, такую группу. Комбинация. А, все нормально. Спасибо, что закрыто. Тут открыто. Бля, не хочу. А, ну тут закрыто, слава тебе, господи. Ёб твою мать, ты заколебала! Хватит хуйней заниматься, игра! Что это? Забери свой стул, ебаный! Блять, что за хуйня? И меня бесит этот отель уже. Блин, я уже испугался, что этот мусор пропал. Тихо, тихо. Тихо, не пугай меня. Бошку жрет. Это не страшно. Это то, что так проснулся только что, поэтому мне так хуёво. Давай полностью открою. Стоп. Проверим. Вдруг тут на объект, а не на камеру. Блин, мне шею свело, сука. А, ну все, окей. Нет, а зачем закрывать? Не буду закрывать. Хотя, блин, она потом хлопнуть может. Закрою. Вдруг кто-нибудь зайдет. Этот шепот долбанный. Что это за мешочек? А, это вино. Blue. А, это от яд. Это яд. Мешочек какой-то сас. Сас, 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 сас. Са-са-са-са-са. О, блядь. Что это такое? А, ну это, блин, такое все было. Хотя, блин, я немного дернулся. Типа, ну я не туда смотрел. Меня почему-то заинтересовала эта картина. Не знаю почему, здесь ничего нет. Чего страшного-то? Ничего страшного. Ибо нет ничего тайного, что не сдалось бы явным, но сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружило бы. Охерительная вещь. Очень интересная. Ни хрена непонятная. Стул не помог. Это значит не на объекты. Блять, сейчас дверь еще открою, там что-то прыгнет. Че сюда пришел вообще? Здесь ничего нету. А ключ может где-то здесь? Где мне код найти? Крест. Мне кажется, мне нужно его с собой таскать в этой игре. Можно из этого отеля уйти, пожалуйста? Вот эта сумочка сюда не вылазит. А, это книга. Ну, зато я проснулся. Нормалек. Нормалек, я бы сказал. Закрыто окно, нифига себе. Так я сделаю. Как там подпирать двери к ручке? Отлично. Теперь он не откроется. Что? Что это было? Туда, что ли, идти? Ну, пошли туда. Я вообще без понятия, как там крыло это называется. Я здесь. Экзит, экзит. Фортуна. Херота какая-то. Так, здесь что-то кидалось, поэтому, возможно, что-то будет. Здесь как-то светло, больно уж.
Опять кто-то шепчет мне в ухо. Давай я звук прибавлю, может, еще. Хочу разобрать, что шепчет. Я, да, звук прибавил. Вот видите, единичка стала. Речь. Или эффект это. Я не знаю, что. Что она не поднимается? Алло. Поднимись, пожалуйста, ко мне. Ну, не работает. Вообще ничего не работает. Ладно. ХЗ почему? Непонятно. Закрыто. А, ну здесь я был. Бесполезная комната где? Два просто феноменальных были какие-то скримеры. Просто долбанутых. Вот что это за тень, она меня пугает? Почему она появляется после того, как я подхожу? И что я здесь хожу вообще? Здесь ничего нет. Ну-ка, Fortunate мне нужен. Вы здесь. Тут нихуя нету. Ой. А, ну, кровищка. Здесь я был, какая-то баба была. В смысле, блядь? Мне что теперь будет крюк грёбаный делать? Стоп, может здесь что? Не открывается. Ну спасибо, мужик. Что здесь погонял мне? Ой, классно. Триггер не сработал с первого раза, теперь мне круг придется делать. Ой, замечательно. Идеальная штука. Куда я там ходил вообще? А, вот сюда. Ну, как сказать, крюк. Да и не знаю. Может, какой-нибудь Evil. Ханиве. Злодей. Что еще там может быть? Злайер. Не знаю. Зваайер. Интересно, тут слово вообще или что? Звгер. Зваер. Зверь. Зверь. Кстати, а что? Нет? Ну бы и нет. Не, видимо, нет. Ладно. Я ж так не угадаю ни за что. Так, вот эта штука двигается? Нет, она не двигается. Ой, вот единственная нормальная картина, по-моему, в этом здании. И чё я хожу вообще, собственно? Мне нужен... А, пароль. Б. Что у меня ещё есть? 8.17. Да не так закрыть, по-другому. Чё за задание? Да куда ты... Блин, как это крутить вообще? А, это внизу сам. Уборщик мёд, похоже, выпивка свела его в могилу. Очень жаль. Помню, он как-то начинал работать с гостиницей моего отца. Тогда я был совсем юнцом, но сейчас не время передавать воспоминания. Нужно найти ключи от регистратуры и посмотреть на список обстоятельств. Связка ключей какая-то у меня есть, кстати, между прочим. А, ну это от одного. Связка ключей. Множественное число. Мне туда вообще нужно идти? Я не знаю. Ну, раз тут скример был, возможно, сюда и надо. Только нахрена я сюда пришел, здесь ничего нету. Просто пустая комната. Со стулом, который меня швырнули. Так, стопэ. Блин, вот эти штуки иногда вот так вот кажутся, что это призрак идет. Вот смотрите, как будто платье, юбка какая-то. Ща.
тут бегать вообще, имбецил, блин, чтобы еще один скример поймать в ебало прям. Что еще делать-то мне? Естественно, только этим и заниматься. Не, ну и он туда не ходил, кстати. Возможно, туда надо. Открывается. Так, вот это возьму ее. А что я без лампы-то хожу? Давай. Что? Кто? Где орет? Не прыгай в лицо мне, скотина. Да не дай мне спички. Ага. Так. Ну так посветлее, да. Это. Кто здесь, блядь? Кто здесь? Сука, выходи. Пугай меня сразу. Не заходи сюда больше. Я здесь сам по себе. Поняла, скотина? Я тебя не боюсь, женщина. Эх, нормально все. Вроде здесь все хорошо. Что это было? Мы с женой лелеяли надежду, что неделя, кое мы провели в нашем учреждении, будет тихой и умиротворяющей, как и указалось с рекламными брошюрами. Лесная местность бесспорно способствует умиротворению, ровно как и длительные променады на свежем горном воздухе, несомненно полезные для здоровья. Увы, на сём все похвалы, о коих я пишу, лишь из вежливости, заканчиваются. Поскольку каждую ночь некий одержимый паршивец носится по коридорам гостиницы, истерически хохотал и без конца стучал в нашу дверь. И каждый раз, когда я пытался его отругать, ему удавалось сбежать и спрятаться, будто он знал здесь каждый уголок. Закоулок. Осознание пришло лишь в день нашего отъезда, когда я увидел, как он заходит к нам в кабинет. Этот мелкий паразит, не дававший нам покоя, отнюдь не оставленный без присмотра ребенок кого-то из постояльцев. Это ваш сын. И поскольку вы не способны совладать даже с собственным ребенком, позволяя ему портить долгожданный отпуск постояльцев, вы определенно не годитесь для управления гостиницей. Можете не сомневаться, я расскажу себе возмутительную историю всем своим знакомым. И я довольно известная личность в Провиденсе. И больше ни моей ноги, ни ноги моей жены в нашем гостинице не будет. Обель. А, это мужик был? Ну ладно, от лица женщины почитали. Что это было? Что изменилось? Хер его знает, но я свечку зажгу. Так бы, на всякий случай. Почему бы... Ой, я опять уехал. Ох. Так. И что это за комната? Здесь вообще ничего нету. Окна закрыты. Ну еще, там дождь идет. Правильно сделали. Тупая комната. Здесь ничего нет. Такая огромная дверь. И ни хрена нет. Не знаю. Не знаю, решить. Ну туда. А там я был. Там я был, тут ничего нету. Вообще ничего нет. Ну, балкон там есть, но это не открывается. Мне кажется, все-таки что-то. Так, сюда. Что-то вот здесь. Возможно. Может быть. Хотя, блин, такие поиски — это странная херня. Блин, какой-то противный ящик по звуку. Закрыто. О, что? А, не, нормально все. Да и сидит ни хрена. Чего мне делать? Я как долбоёб хожу просто и ничего не понимаю. Дверь закрыта. Нахер все приперся. Блять, чуть не упал. А куда эта дорога ведет на первый этаж? Ну я везде был уже. Тут ничего нету нигде. Призрак уже перестал появляться.
Такое ощущение, что все-таки в той комнате что-то. И почему на третий этаж лестницы нет? Что за бред? Бред какой-то. Здесь же должна быть дорога на третий этаж. Где-то. Может, здесь проход какой-то куда-нибудь. А ну, конечно. Керосин. Что? А, ну я могу ее взять, куда-нибудь отнести, возможно. Типа подняться. Вот такой. Возможно, я мог бы ее отнести в... Куда там? Я не помню. Где дверь не открывать, наверх подняться, через крафт перелезть. Нормальные люди ищут дорогу, я ищу обход. Я даже не знаю, куда идти, собственно. Не было никаких подсказок. Возможно, где-то есть. Тут есть какая-нибудь? 207. Он жил наверху в комнате. Детектива звали Уолтер Гильман. Ключ от его комнаты должен быть в регистратуре. Выпивка свела его в могилу. Ну, 207. Регистратура. Да ой, закройся, ёб твою. Так. Чё? Сюда что? Нет. Да. Что это? Что намигало? А, это освещение. По идее, мне должен быть ключ от регистратуры уже. Нет у него. Это же регистратура. Ну да. Пошли в комнату 207. Мне кажется, там ключ должен быть. Борщик мертв. А, через второй этаж. Отличная идея. Как раз вот тут где-то... Стоп, ну туда. Да. Вот здесь проход. И здесь этот ключ должен быть, да? Но я же ключ находил какой-то. Да? Или нет? Надо лампу заправить. А, закрыть. Не, ну у меня есть идея, то, что я не туда пришел тогда. Тут тоже ключ какой-то я брал. Что-то было. Тогда у меня есть идея, куда можно... куда... Что за фигня? А, куда можно идти? А, это ветром сдуло. Ничего страшного. Вот здесь вот эта дверь, походу, была закрыта, я все пришел. Меня же напугало что-то, значит, здесь ключ должен быть. Да? Список постояльцев. Отлично. Закрыто. Так вот где? Тут ни хрена нету, пустой просто помещение. Ой, какое мелко. Еще выпрыгнул из этого шкафа, да? То есть, возможно, нет, но не двигается. А, где еще может быть список постояльцев? Я нет. Свил, так очень жаль, но сейчас не время передавать воспоминания. Нужно найти ключи от регистратуры и посмотреть на список постояльцев. Ну где-то здесь должно быть. Можешь мне загуглить? Я не люблю, конечно, тут заниматься этим. Но... Иначе я очень долго буду бегать даже без скримеров. Просто буду бегать, как идиот. 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 Тут... А, ну давайте, может, загуглим.
Блин, ну а что делать еще? Вариантов-то немного. Так. The Beast. Inside. Ключи. От. Регистра. Вообще нету. То есть все люди нормально нашли. Бля, я не хочу здесь спойлер словить случайно. Так, это какая шестая глава, да? Вторая, третья, либо четвертая, пятая. Так, цепь 207. Так, пила. Попробуйте, шкаф упадет. Так, это да. А, повернись направо, оторвите следующий. Так. Чего? Направо оторвите. Отоприте следующей двери. В номере будет карта психора. Что-то не понял. В номере тут ничего нету. Либо я это не читал. Возможно, это как-то связано. Страница из Библии, охеренно. Нет тут ни хрена ничего. Где тут письмо, блин? Внимательно смотрим. Что это было? Не, ну не сюда. У меня баг какой-то. Что за бред? Так хорошо начиналось. Где в номере найти должен это? Анджер! Пароль! Блять. Анджер, блин. Ну, конечно, Анджер, как может быть. Почему я туда дверь не могу открыть? Нахер все отойду. Ну, давай, Анджер наберем. Ты, блядь, откройся. Как тебя вращать-то? Ан. Джи. Это, кстати, не было написано. Там был написан еще другой пароль. Evil. Зло. Так. И что это? Вы здесь. 205-ю надо? Как туда же попасть? Вообще логичнее было бы здесь вот какую дверь сделать. Блин, ну заебись. Конечно, там будет что-то сейчас будет. Сейчас меня что-то шуганет. Может, ну нахер эту лампу гребаную? Хотя почему? Звук был такой-то. Что это? Почему оно светилось? Это от лампы, что ли? Спички.
зажигаем свет везде и каждый день. Закрыто. Закрыто. И хули все пришел вообще. Все позакрывали, уроды. А, точно. О, здрасте, приехали. Сидим. Наверное, о нем писал тот встревоженный уборщик. Он уже давно мертв. Так, уберите все вот эти вот поставщики целей. Блин, какой-то темный. Ладно, давай с фонарем будешь. Ой, блин, красивый. Тебе бы косметики немножко, был бы вообще идеален. Но и без косметики неплохо, что это. Что такое-то, а? Джон, все прошло по планам. Да мой брат, Шедевр, близок к завершению. Че? Я раздобыл форму солдата Севера и добрался до Северного Массачусетса. По пути я расправился с тремя предателями нашей славной родины. Этими любителями нигеров, плющими на наш флаг. Должно быть, я заблудился, потому что место Лоулала оказалось в какой-нибудь глуши. К счастью, Господь направил меня в заброшенную гостиницу, где я заканчиваю последние приготовления и читаю молитвы. Знаешь, что это значит? Да, Бог на нашей стороне, брат. Он тоже желает, чтобы наши планы претворились в жизнь. А значит, дни Авраама Линкольна и его проклятых прихвостней сочтены. Надеюсь, ты безо всяких происшествий добрался до Монреаля. Я верю, что он защищает тебя так же, как и меня. Боже, храни конфедерацию Джозефа Дэвиса. Хера так. Значит, форма северянина была только маскировкой. Ситуация становится все загадочнее. Тут ни хера нет. Закрыто. Что-то... Он сидит. Так вот так я сделаю. На всякий случай. Так, с Пикачу. С Пикачу. Что это за дерьмо? Секатор. Дай мне ножницы свои. Отдай. Отдай. Ой, блин, дать почему? Я должен сначала увидеть, что ли? Смотри какие, мне их нужны они. Снова эти чертовы корни. Вряд ли смогу проломать их. Да. Но заебись, он ушел. Голыми руками тут ничего не сделаешь. Нужно найти какой-нибудь инструмент. Что-то я слишком дергаю мышкой. Прям вообще дико дергаю. Вот это что? Что вот это? Он упиздил. Ладно, что? Что? Не мог же он просто взять и уйти? Отпусти меня, помогите на помощь! Не жить тебе, чертов Янки! Опа, готово! Не видеть тебя, гребаный... Не знаю, как тебя назвать. Ага. Куда ты хочешь? Может, ты положишь какой-нибудь? Фига ты, монстр. Блин, там узоры сейчас будут дикие. Снова на тест Роршика можно проходить. Ура, я сказал это правильно, я не сказал Йоршика. Так, ладно. Скриптовано, конечно, надо. Корни. И это не группа. Режем. Ага. И третий еще, да? Все, нормалек, открыли. Пошли отсюда. Куда? Ага. Ну, не так уж и было страшно, кстати. Он, конечно, долбанул по лицу, но нормально. Нормально. Можно было и не пугаться. Обыскать кабинет Джорджа. Джордж. Вы здесь. А кабинет Джорджа какой? Ну, будем ходить, открывать все подряд. Я не знаю, какой кабинет Джорджа.
Скорее всего, где-то он писался, я просто не заметил. Ага. Ага. О, я все скрыватель лучший на этом свете. Изи. Просто изи. А там что? Блин, эти мне двери просто... Точнее, светильники просто убьют. Блин, какие тут просторы. Мне это не нравится. Ой, как мне это не нравится. О, ты должен был проверить все варианты Нортона. Ты же судья, ты должен уметь обходить законом так, как избегать, чтобы избежать наказания. В контракте указано, что вы оба можете представлять свои доли без всяких договоренностей. Прости, Джордж, но ты ведь сам его подписал. Я не думал, что этот ублюдок вздумает меня перехитрить, а его стихнувшийся отроди проникнет в шахту. И чего ты хочешь? Этот паршивец не может получить все наследство. Придется убедить этого старого предуна, иначе мы останемся ни с чем. Неужели это было на самом деле? Они правда замышляют что-то против нас с отцом? Ну, видимо, да. Если все такие глюки происходят, почему ты в это не веришь? Сейчас главное зажечь свечи. Свечи. И чтобы меня никто не потушил потом. По-любому что-то здесь, да? А его можно таскать? Нельзя таскать. Хопа. Ебать, как много. Я уже много раз писал вам, но так и не получил ответа, поэтому спрашиваю снова. Вы действительно не помогаете, не помните моего брата Генри, который остановился в вашей гостинице 2 месяца назад? Ему 31 год, он высокий, худощавый, носит очки. Мой брат приехал к вам в поисках покоя и спокойствия после нервного срыва. Генри молодой художник, поэтому собирался писать пейзажи. Брат всегда любил безмятежную атмосферу этого региона и говорил, что горы и леса заставляют... звучать струны его души. Как я уже упоминал в предыдущих письмах, Генри так и не вернулся домой. Блэкстон — последнее место, где его видели. Не исключено, что он мог покончить с собой. Генри сильно страдал, но искренне надеюсь, что это не так. Может быть, вы вспомните какие-то детали, которые помогут мне разгадать тайну исчезновения моего брата? Искренне ваш, Энтони Уолкс. Какая-то хуйня. Ничего не понял. Какой ты брат Генри в очках. Не знаю, кто это. Но у нас минус один призрак, кстати. Я же убил одного. Так я сожгу. Ужин при свечах. Опа. Дай-ка сюда. Кстати, мне надо лампу заправить, наверное. Что-то она вдруг... Ебать, что так много-то? Что там было написано? Одинаково ясные и жестокие. Отказал судья. Они и Джордж замышляли обмануть моего отца, поэтому Нортона его убили. Его убил... мой отец? Проклятие, все оказалось куда хуже, чем я предполагал. Возможно, и что мне делать? Просто идти дальше? Ничего не сказано. Так, свечка. Гори ясно. Так, опа, опа, опа. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Так. Блэкстон Нью, понедельник, 2 сентября. Шериф выдал ордер на арест Джейкоба Хайда, владельца шахты и гостиницы, который обвиняется в убийстве судьи Джона Нортона, скончавшегося от тяжелых ран по прибытию в гостиницу. За поимку Хайда объявлено вознаграждение $500. Ну, ключ от регистратуры должен быть где-то здесь. Ага. Ага. Да что ты говоришь? И где я тебя возьму? Быстро? Тут ничего не написано, окей. Я не знаю, где ключ взять. Типа его нету. Может, там где-то в столе. А, ну вполне вероятно. Где же еще ему быть, как не в столе? Что это? Блин, эти вот бумажки, я не понимаю вообще брать зачем. Они тупые очень.
Типа так они не летают. О. Отлично, пошли туда. Осталось только вернуться к стойке регистрации, найти списки постояльцев Гилмора. Зашибись. Чё, чё бы ещё? И чё? Ой, бля! Открывайся! Куда бежать? Где? Куда? Сюда? Налево, направо, лево, право. Бежит? А, она бежит! Нифига, она бежит за мной. Блядь! Это кто? Ай! Гуди! Ты чё, блядь? Да хуел! Куда? Сюда, что ли? Опа. Я не ожидал того чувака увидеть. Что за коридоры, грёбаные? Опа. Куда? Ага! Не открывается дверь, да, Свараза? Ха-ха-ха! Все что ли? Что-то у меня не особо получилось дверь-то закрыть. Что-то не получилось, да. А, картина тут завалила. Окей-то, окей. Блин, чувак, откуда там появился вообще? Напрягает, напрягает. Блин, какая большая глава. 41 минута, я не прошел до сих пор. При том, что мы до этого проходили. Что это? Это бриллианты? А, читать. Мой Джейсон Мэдисон. Че? Наверное, не стоили целое состояние. А, что это был за Джейкоб? Мой отец или один из постояльцев? Если отец, значит, Мэдилин была его... Даже думать об этом не хочу. Ничего не понял, если честно. Спички, лампа. Лампа, спички, спички, лампа. Ля-ля-ля-ля-ля. На самом деле тут не так уж темно, чтобы с лампой ходить постоянно. Ой, блин, это что? На Д-лайне. Медалин. А, медальон какой-то. Не знаю, закирает мне. Возьми, блин. Опа. Что? Что за звук? А, в регистратуру мне надо точно. Что? Чё? Что? Не знаю. В каком номере оставался детектив? Блин, мне еще тут ходить придется, что ли? Это еще не все. Детектив остановился в номере 203. Это наверху. Похоже, он так и не освободил комнату. 203. Где-то должен быть запасной ключ. А, дьявол, ключи от комнаты 203 тут нет. Может, я смогу попасть в нее из комнаты 202? Логично. Блин, как много всего здесь. Это прям до хрена добирать надо. Хотя, не так уж и много. Нафиг сюда выходить вообще? А, вот так, да? Прикол. О, блин, чувак, ты больной. Да залезь ты, еб... Так, здесь я лампу хочу. Нахрен я тут шастать это все. Так. О, здесь проход есть даже. То есть... Скорее нужно что-то... Прятаться. Так, где я? Блин, карты нету точно. Из комнаты 202 можем запросто попасть в соседнюю. Мне нужно понять, что ему удалось выяснить. Шикарака. Шикарака.
Так, я здесь. Мне нужно в 202. В смысле я здесь? Это прям рядом, что ли? А, он вообще меня не видит, да? Он тупой, слепой. Тупой, слепой. А насколько быстро он бегает еще? Бля. Какие глаза выражающие. Что-то я не пойму, как мне его пройти-то. Бля, чувак, ты вообще, короче, слепой. Ладно, он сейчас туда пойдет, а я туда. Ага. Бля, сука! Уйди! Куда? Где дверь? Уйди нахуй! Ой, как ты это сделал? Вот эта надпись «Вы погибли» очень странно выглядит. Не, ну можем просто попробовать пробежать мимо него, дверь закрыть потом. А как ее заблочить только? Я хрен его знает. И он все равно будет стоять рядом. Толку от этого мало, да. Окей. Ладно, толку от этой херни мало. Ты затей вообще. Дерьмо какое-то придумал. Я честно. 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 Так, эту лампу хуя. Да. Почему нужно сосредоточиться, когда он сказал совсем другое? Да куда ты хорудупой? Это что? Ты чё, больной, как ты меня видел вообще? Так нельзя видеть. Нифига у него поле зрения, обалдеть, как у мухи. Само зрение хреновое, а вот поле зрения гигантское. Я не понимаю, как туда добежать можно вообще, в принципе. Типа, это нереально. Да успокойся ты. Ага. Да ты что, издеваешься, что ли? Нахер иди. Да уйди ты нафиг, ты! Блин, какой ты, сука! Задолбал. Я пока осматривал, чё кинул в дверь бы, но он меня убил. Блин, какая долгая глава. Или я тупой просто, очень долго прохожу. Мне кажется, второй. Здесь, по идее, если знать, куда бежать, прям моментально вот так пройди. We need to hide, да. Проходи давай, блин. Тихо, блядь. Все, иди нахер, скотина. Ой. Спички. 49 минут, если заканчивается скоро, наверное. Я не хочу его еще раз проходить, поэтому до сохранения доходим. Где я вообще? А, 203 надо. 203. Ага. Ну, логично, да. Именно так все устроено. Чтоб все ко всем могли попадать. Здесь-ка я лампу достану, наверное.
Блин, тут предметы появляются иногда. Что не особо... Гилман! Гилман, открывай! Нужно поговорить глазу на глаз. Здравствуйте, мистер Хайд. Кончай с любезностями, я знаю, что ты задумал. Вижу, вы рассержены, но не понимаю, почему я... Ты не первый писака, решивший, что он тут раскопает сенсацию. Но я здесь не сенсациями, я просто хочу докопаться до правды. В этом милом уголке мира происходит что-то очень странное. Столько людей пропало. В том числе и ваш друг, судья Джон Нортон. Я хочу его найти. Уверяю вас, это моя единственная цель. Засунь эту цель себе в жопу. А ты хочешь доказать, что это я похищаю людей? Хочешь привлечь к себе внимание громкой историей? Привлечение внимания? Забавная формулировка. Это ведь вы любите замалчивать факты и скрытничать. Со времени того несчастного случая в шахте прошло 2 года. Но правда мы так и не узнали. Погибли люди, многие с тех пор бесследно исчезли, а вы ведете себя так, будто это мелочи. Это был несчастный случай. Трагический несчастный случай, который стоил жизни моим рабочим и разрушил мой бизнес. Конец истории. О, боюсь, на этом история отнюдь не заканчивается. С тех пор в этих местах начали пропадать люди. Много людей, даже некоторые обстоятельства этого заведения. Хватит, чтобы завтра-то дух твоего здесь не было, ясно тебе? Так, ну здесь, думаю, надеюсь, детектив оставил здесь что-нибудь. Давайте попробуем найти это все и закончить. Хотя, может быть, и сейчас закончить. Собственно, какая разница? Разница никакой. А, исчезновение началось сразу после происшествия в шахте. Я знаю, что этот район небезопасен, все-таки вокруг леса, горы, болота, пещеры. Но я не верю совпадениям. Мне также кажется, что взрыв был не просто несчастным случаем. Хотя версия Джейкоба и была подтверждена следователями. Один из местных жителей сказал мне, что прямо перед взрывом Хайд привез несколько бочек пороха на свой участок. Я собираюсь спуститься в шахту и проверить, нет ли там каких-нибудь улик. Шериф мог что-нибудь пропустить, а возможно ему просто дали взятку. Может быть, я так и смогу пролить свет на исчезновение. Тот день детектив отправился в шахту. Вернулся ли он обратно, неизвестно. Нужно пойти по его следам. Возможно, я сумею понять, что здесь произошло. Чтобы я помню смутно, но... Пороховые бочки, пропавшие люди, что там произошло? Мой отец был жестоким человеком, не стану отрицать. Но способен ли он был на хладнокровное убийство? Что ж, похоже, мне придется опуститься в шахту. Великолепно. Просто великолепно. Где сохранение, блин? Ладно, еще до сюда дойдем. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и заходим в комментарии. Да, сегодня было какие-то скримеры вообще конкретные. Вот. А, ну в группе еще есть скриншоты, обзоры и саундтреки из игр, которые мы слышим в играх. Ну, где же еще, если не из игр. Всем спасибо и всем пока.